Всем привет! С одной стороны, от вездесущих камер нигде не скрыться. Но с другой стороны, теперь мы можем увидеть то, что никогда бы не увидели, если бы это не было снято на камеру. В эту подборку вошли лучшие моменты, так что давайте начинать. Дождь превратил все в каток, а эти двое нашли друг друга и не разминулись. Когда просыпаются древние инстинкты, то даже техники стоит опасаться. Когда хотели организовать незаметное и быстрое ограбление в торговом центре. Может, все-таки стоило нанять профессиональных грузчиков, и обошлось бы дешевле. Главное – это знать важные точки, на которые следует надавить. Когда друг хотел просто пошутить, и оказалось, что должен новый телефон. Оказывается, что перед использованием нужно проверять техническое состояние инвентаря. А ведь можно было просто поставить пакет на пол, но это было бы слишком просто. Тяжело и небезопасно приходится жить собаке с любителем чистых окон. Просто парню хотелось забраться повыше и показать своего альфа-самца. Мне кажется, что парню все-таки нужно еще потренировать глазомер, а то лоб-то не железный. Удачная тайная вечеринка для полицейского – это когда все остались целы и невредимы. Тщательно спланированное бегство на глазах у изумленной публики. Еще немного, и кошка не только синхронизируется, но и в гипноз может впасть. Наличие белого халата еще не гарантирует наличие логики и сообразительности. Неожиданный пассажир немного парализовал водителя своим появлением. Краткое описание своего отношения к правоохранительным органам. Все обещало быть очень впечатляющим и эффектным, но что-то пошло не так. Еще одно доказательство, что хорошая реакция за рулем однозначно продлевает жизнь. Невероятные приключения колеса на заправочной станции удивили всех. Контролируемые трюки изрядно пощекотали нервы преданным фанатам. Только отчаянные поклонники лыжного спорта способны на такие рекорды. Пусть на деле ты всего лишь машина, но в душе ты бороздишь моря не хуже лайнера. Хорошо, что парень был в маске, а то как смотреть ему в глаза при встрече? Обычное зимнее унылое утро, его рутина где-то в небольшом пригороде. Неожиданные гости так бы и остались незамеченными, если бы не камера ночного видения. Принцип домино и немного смекалки обеспечили весьма креативную укладку забора.
Зато теперь парень точно запомнит, что транспорт нужно ставить на нейтралку. Согласитесь, что на эту милую гонку по кругу можно смотреть в целую вечность. Пацан одним ударом поразил две цели одновременно. Вот только оператор не рад. Третий не лишний. Третий пингвин пришел и навел порядок и дисциплину. Ну что ж, зато теперь можно сделать выводы, как не стоит делать. Методы воспитания налицо, когда даже кошка аккуратнее многих людей. Чего не сделаешь ради эффектного фото и реакции подписчиков. Когда и везунчик, и с реакцией все хорошо, то практически ничего не страшно. По мнению врача, у девушки явно проблемы с дыханием, а причину ему никак не удается установить. Если вы все еще не верите в хорошую карму, то посмотрите это видео еще раз. Я.